Меня зовут Даша. Я учусь в Ломоносовской школе. Меня зовут Юра. У меня сегодня день рождения. Меня сегодня поздравляли. Здравствуйте. Меня зовут Мария Филиппова. Я все 3 недели училась в Ломоносовском лагере. В нашей школе есть летний лагерь. Мы в нем ходим на разные экскурсии, разные интересные спортивные игры проводим. Еще мы делаем разные поделки. Например, сегодня мы сделали амулеты. Что в нашем лагере никто из детей не может быть главным, что все равны. На этой неделе, во вторник, мы ездили в экспериментариум. Мы в нем были в разделе оптика, и еще мы смотрели шоу со светом. Сегодня мы разложили разные синие маты и устроили там пикник. Мне очень понравилось, что каждый из нас, никто не забыл принести какую-то вкусняшку. Что все очень так хорошо заботятся о своем лагере. Тебе понравилось в лагере в Ломоносовской школе? Да, очень. У нас в лагере очень хорошо!